Привет, ребята! Когда-то я показывал, мне надо было сделать, наварить очень много пик на ворота. Я делал вот такую приспособку. Видео там есть. Ссылочку оставлю под видео, как я ее делал и для чего она была. Сегодня встал вопрос, надо сделать простые балясинки. Но их надо очень много. Балясинки надо наварить вот сюда. Торсионы. Балясинки очень простые, но их надо 141 штуку, таких балясинок. Поэтому сейчас мы будем делать приспособку, чтобы их очень быстро наварить. Сейчас покажу, как я это буду изготавливать. Так, для этого нам понадобится, лично в моем случае, вот такая вот кусок трубы у меня есть 80-40. И два вот таких отрезочка трубы 15 на 15. Сама корзинка. Ну и, естественно, вымеряем два прутка 10 квадрата. Эти будут с 10 квадрата. Сейчас покажу, что. Ну а сейчас, ребятки, немножко на хлебушек. Магазин «Континент» 124. Очень хороший магазин. Очень богатый выбор электро-бензоинструмента. Цены очень демократичные. Весь свой инструмент я покупаю именно там. Адрес магазина и ссылка на него. Адрес электронный. Вот он. Также смотрите под видео. Мы берем этот вот эту вот трубу. Вырезаем здесь под корзиночку. Теперь смотрим дальше. Берем два вот этих кусочка. Размерили середочку. Два кусочка 10 квадрата, вымеренного по нашим размерам, и делаем с ними вот так. Ложим сюда, вымеряем середку вот этих. We'll be right back.
вот и все, ребятки, как-то так. На все про все вместе с изготовлением данной приспособы на эту балясинку ушло 4 минуты 39 секунд. Изготовив саму приспособу, и в этот следующие балясинки будут просто отскакивать ровно, быстро, хорошо. Если кому пригодилось и понравилось, не забывайте оставить комментарий, пальчик вверх, подписываемся на канал. Всем пока-пока!